Приветствую вас на канале Тонечкины рецепты. Сегодня мы будем готовить жареный картофель с баклажанами. Для этого нам понадобится 1 кг картофеля, 4 баклажана, 1 луковица, 1 столовая ложка соли без горки, полстакана подсолнечного масла, 1,5 столовой ложки томатной пасты, 1 стакан воды. Картофель нарезаем небольшими кубиками. В сковороду наливаем подсолнечное масло и нагреваем его. В разогретое масло добавляем картофель. В картофель добавляем чайную ложку соли. Ждем, когда поджарится внизу и покроется тонкой корочкой. Баклажаны нарезаем мелкими кубиками. Картофель периодически перемешиваем. В сковороду наливаем подсолнечное масло. Добавляем туда баклажаны. Лук нарезаем полукольцами. Нарезанный лук добавляем к баклажанам. Картофель перемешиваем. Баклажаны жарим до тех пор, пока они не станут мягкими. Добавляем стакан воды и закрываем крышкой. Убавляем огонь и тушим до готовности баклажан, периодически открывая крышку и перемешивая баклажаны. Добавляем пол чайной ложки соли. 1,5 столовой ложки томатной пасты. Все хорошо перемешиваем. Баклажаны готовы. Добавляем тушеные баклажаны к жареному картофелю.
Все хорошо перемешиваем. Приятного аппетита!